Пятница, пишем пробный тест перед понедельником. Наверное, сегодня видео будет очень мало. Несмотря на то, что мне отдали камеру, я немного радуюсь. Я еще охрипла, нужно вспомнить прошедшее время. Фух, нужно все вспомнить. Да. Вот, нет, там все двери закрыты. Снова спустились под мою комнату. Вот она, лестница, вот она комната. Кстати, пару дней назад здесь очень сильно пахло краской. Я даже не хотела сходить, да. Давай посмотрим. Кстати, комната Шуэпа самая высокая. Да ладно. Ага. Знаешь, где он живет? Ага. Я уже знаю, где он живет. Я уже тебе подобрала этого зятя. Зятя моего брата, не знаю. Сволота брата. Да, там мы мылись. Там мы мылись, да. Идем дальше. Вот тут окно, да. Нет, по-моему, мы поднимались потом в другое место. Да? Ага, о, смотрите. Здесь можно посидеть. Да, можно посидеть. А, к сожалению, мы... Давайте мы просто мы не будем заходить к какому-то мальчику. А я слушаю время. А вот это окно точно. Где там? Усатый. Глаза. Ой, пойдем обратно. Бенжамин. Ух, хренаски, у них тут какой-то кудрявый парень, почти парень моей мечты. Вау! Полный хором. Вот тут я вчера видела Швепа. Вот я видела эту картинку. Оль, пойдем обратно. Пойдем обратно. Все, пошли обратно, я сыпу. Еще бы секунды нас застукали, как мы туда собирались идти. Короче, мы сейчас вернулись оттуда, нас застукали. Опс, мы очень быстро убежали. Знаете, кто держал дверь? Маленький пакистанский гангста-гном. Вот никто. Вот только Швеп мог держать эту дверь. Точно. Я не влезаю в кадр. Главный Иван Сусанин. Я думаю, конечно, красная съемка. У меня сейчас фаратур. Мы попали под дождь, сейчас поедем. Даже я шикарная, да. Попали под дождь, сейчас поедем обратно, но я не смогу поехать на фаратур через 2 часа, потому что я буду на репетиции. Жалко. Сегодня пятница, традиционное барбекю для людей-вегетарианцев, не вегетарианцев, которые едят свининку и которые не едят свининку. Ребзяшки играют в настольный теннис, и все хорошо. Завтра состоится поездка на Мюнстер. На Мюнстер! Завтра поедем в Мюнстер. Ну, я рада, я еще не потратила ни одного евро из тех денег, которые положила в залог. Поэтому я счастлива. За эту неделю с понедельника по пятницу я потратила всего 6 евро, и то на еду. Я молодец! До экзамена 2 дня. Стася идет ко всем. С камерой. Девочка с камерой мне уже так начали играть. Вот наш замок с другой стороны, и сюда еще никогда не заходила, потому что я очень по жизни боящаяся всего, потому что я очень сильно люблю жить. Вот все ребятки, 2 дня до экзамена, завтра идем в Мюнстер. Все вроде бы хорошо, но ну, какой-то чувство на душе. Неужели это тоска по родине? Не знаю, может быть это она. Не знаю, уже хочется петь гимн России. И бегать голые с медведями в 40-градусный мороз. Садись к нам!
Пакистанский гном. Ну что ж, подходит к вечеру. Подходит к концу пятница. Сейчас все ребята около костра, но я с Улей и вместе с этим милым чувачком. Видите, этот пакистанский чувачок с усами подкатывает к нашей Уле. Еще раз доказывает, что языковых стереотипов не бывает. Стереотипов барьеров. Don't listen to her, she's crazy.